Товарооборот в полмиллиарда долларов. Такую планку во взаимной торговле должны взять Белоруссия и Сербия в ближайшей перспективе. Об этом сегодня заявил президент Александр Лукашенко на встрече с сербским коллегой Томиславом Николичем. В эти минуты во Дворце независимости продолжаются переговоры между двумя лидерами. Сербия – наш стратегический партнер на Балканах. В прошлом году страны наторговали на 250 миллиардов долларов. И это не предел, уверен президент Александр Лукашенко. Сербия ведет переговоры о вступлении в ЕС. Это может открыть двери в старый свет для товаров, произведенных вместе с белорусами. В то же время через Минск сербы видят выход для своей продукции на рынок Евразийского экономического союза. Я благодарю вас в очередной раз за ту поддержку и меня лично как президента на предыдущих выборах, тем более на этих. Я благодарю весь сербский народ за то, что в последнее время благодаря вам нам удалось продвинуться в наших отношениях. Если взять экономику, то показателем является торгово-экономические отношения. Мы поставили перед нашими правительствами задачу в ближайшем будущем достичь товарооборота 500 миллиардов долларов. Если когда-то мы имели двузначную цифру товарооборота, то в 2014 году мы достигли уже 250 миллионов долларов товарооборот. В этом году мы также прирастаем. Думаю, что как раз в ближайшее время, по крайней мере, в этой пятилетке мы достигнем того уровня товарооборота, который мы с вами наметили. И я буду очень рад, я думаю, вы тоже, если нам придется откорректировать эту цифру в сторону увеличения. Что касается наших политических отношений, то у нас вообще проблем особых нет. И я должен сказать, это благодаря тому, что вы сделали как президент за последние годы. Мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать, так же, как и вы, в международных организациях. Мы пообещали вашему председательству ОБСЕ, что сделаем максимум для того, чтобы вы никогда не сказали, что мы были пассивны в этот период в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я очень ценю наши личные отношения, дружеские отношения. Дай Бог, чтобы у меня со всеми главами государств были такие отношения. Они очень многое значат для отношений государств. Поэтому еще раз мы вас приветствуем здесь, на белорусской земле. Говорим добро пожаловать. Вы приехали к своим друзьям, и я прошу вас, чтобы вы из этого исходили. Официальным переговором предваряла подчеркнута дружеская церемония встречи во Дворце независимости. Томислава Николича Александра Лукашенко встречал лично. Были непременно атрибуты официального церемониала. Красная дорожка, гимны двух стран и рота почетного караула. По итогам сегодняшних переговоров президенты подпишут совместное заявление. По доброй традиции Томислав Николич посадит дерево на аллее почетных гостей. Завтра сербский президент посетит Минский тракторный завод и вместе с Александром Лукашенко даст старт знаковому совместному проекту – строительству многофункционального комплекса «Минск-Мир». Подробности в наших следующих выпусках.